Друзья, всем привет! Вы на канале Temp of Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed Valhalla. Так, у нас праздновая Йоля. Тонкое снежное одеяло укрыло Рейвенстроп. Запах предательства. Празднование Йоля. Новое задание чуть-чуть какое-то у нас. О, чуваки пришли. Приехали, прилетели, чтобы на корабле тут. Декоративный элемент. О! Рунный камень воинов. Вот это я поставлю. Мишень для лучников тоже поставлю. Не, лучше камень. Отлично. А можно еще один? А вот этот вот для лучников. Бочка с медом. Красная фигура дракона. Так, а можно еще что-нибудь поставить где-нибудь? Так, это у нас не хватает. Казарму, в общем, можно построить, да. Ну, хорошо. Так, что у нас там по заданию? Так, морожку собрать можно. Собери. А у нас максимум. Запах предательства. Так, мы... в прошлый раз мы пытались выяснить, кто предатель из троих. Значит, у нас есть поищи доказательства Грентер Бриджа и поищи доказательства на болотах. Наверное, на болото, скорее всего, отправимся. Где тут? Болото, болото. Болото-то вот они. А тут вот что-то какая-то башенка. Монастырь на острове Или. А у нас там, по-моему, заданица, да? Но мы пока не будем туда нападать. Не будем подать. Тогда придется не телепортнешься просто так. Плохо. Ну сюда вот можно. Хотя бы сюда. На пристань то радует. Давай загружайся. Кто там? Я тоже так умею. Ну это, наверное, скорее всего, она это основное задание-то, как и Сома. Сома, по-моему, здесь. Никого. Через окно хлоп. Присядь и сыграй. Спасибо, не хочу. Ты кто у нас тут? Не заметил ли ты чего странного в ночь нападения? А ведь и правда, одного из дракаров не было на обычном месте. Его вытащили на песок чуть дальше к северу. Где именно? К северо-востоку отсюда. Несколько дней прошло. Сейчас, может, его там и нет. Так. Это куда мне предлагает сходить? Я чуть не помню. Что-то мне предмет все показывает. Что-то. Ну да, есть у меня копье. Остальное там есть. Меч какой-то есть. Но мне копье нравится. Я хочу ходить с копьем. Отстаньте. Кто там, куда там идти, я не пойму. Задание-то где? Дед сказал. Вот там он, да? Ну пошли сходим, посмотрим. Или нет, это дом. Это дом, это здесь она. Заброшенный Эллинг. Можешь сходить сюда. Так, лаша где моя? Плотва. Где моя плотва? Весь
весь день не везет. Да, чувак, смотри, а то я тебя обыграю. Извините. Я тоже хорошо играю. Так, загон лошадей. Сколько бежать туда? Далеко. Лошадь. Комхи. Давай, погнали. Так, а тут можно поговорить, кстати. Ну-ка. Ну-ка, слезь с лошади там быстро. Кто здесь? Эйвор, вот так сюрприз. Я тут подумала. Ну-ка. Почему ты выпрыгнул, когда сон нашла тебя? Я нашла письмо с Аксом от Вигмунда. Он запретил им нападать на желтый дракар. Странно. Только у Лива есть то, что нужно для покраски наших дракаров. Стоит спросить у него. Так он огорчился, что его краску взяли. В ночь нападения не было ничего странного? Было. Саксы появились в сердце Грэнта Бриджа точно по волшебству. Странно, как крылья угря. Я дрался всю ночь и весь день, пока не изнемог. Ты знаешь, что было дальше? Меня чуть не съели волки. Угу. Почему Сома нашла тебя при смерти? Следуя за судьбой, я бросил свой клан. Я мало что помню. Травы спутали воспоминания. Но я жаждал новых видений. Не знаю, поймешь ли ты, но Сома... Она поняла, что боги уготовили мне особый жребий, и он стоит риска. Как ты считаешь, что значит твое видение о тебе и Соме? Умный вопрос. Думаю, смысл в том, что Сома приведет меня к величию вопреки трудностям. Наши судьбы связаны. Хорошо. Кто-то предал Сому, но я им пока не... Возможно, ты сможешь помочь. Я пытаюсь найти того, кто предал Сому. Ты мог бы помочь мне? Я был бы рад. В ночь нападения я размышлял на берегу, вдали от любопытных глаз. В ту ночь я был один. Пока не появились саксы, я не видел ничего необычного. Надеюсь, ты довольна. Может быть, довольна, а может и нет. Так, это что там про вершину упасть, что-то там. Ну, в общем, надо сходить туда. Посмотреть. Осторожней, тупица! Слышь ты, сам тупица. Где у вас тут выход-то, я не пойму, из вашей сраной деревни-то. Ну что, через забор пилась, я не пойму. Скачи быстрее. Ездить научись. Как вроде лодки. Так. Туда, туда. О, тут хоть нормально скочит. Плавать ты умеешь? Не умеет, как всегда. Как затонувшая тут лодка. Вот мне кусок. Вот. Я король Эгвальд, властитель и защитник этих зеленых земель. Ты что за лошара? Сидишь тут. Это твое королевство? Именно так. Нарсекс. А я его нынешний король Эгвальд. И как правитель ищу союза, что укрепит мою силу. Король? Чего, острова? Да, всего острова. Мы с братьями недавно наткнулись на эти земли и сочли их подходящими для наших целей. Увы, братья вскоре утонули во время шторма. А с ними и наше богатство. В том числе один славный браслет. Я предлагаю тебе этот браслет
в обмен на свою верность. Найди его среди обломков, и твоим другом станет король. Хороший браслет нужен воину, как кровь сердцу. Если найду его, дам тебе знать. Я так ничего обещать не могу, чувак. Это что тут? Что это такое? Ага. Что тут? Ну и что я за ней побежал? Зачем? Непонятно. Как сплыть-то? Мост. Так куда мне идти, я чуть не пойму. Расследовать ваше задание. Туда все. Давай сюда сходим, посмотрим. Там руда не нужна. Светится хорошо, а толку от нее ноль. Там одна-две железки всего лишь. Блин, где моя лошадь? Там прибыл хлам, короче. Поскакали, поскакали. Ну и чё здесь, я не понял. Пришел добыча какая-то тут. Угу. На себя, конечно же, куда-то тащит-то. Что там, я слышу? Что за звук? Так, наверху что-то. Залезь. Добыча. Кожа. О, неплохо сходил. Кожу, руду. Это то, что надо. А могу я что-нибудь прокачать себе? Шлем. Убрать, улучшить. Ну, давай улучшим. Ничего с ними опять надо говорить, наверное, скорее всего, с этими. Со всеми поговорить, попробовать выяснить, что они мне скажут. Веревки, думаю, змеи. Так, дракар тут какой-то один строит либо. Ну, что ты мне расскажешь? Эйвер, кажется, твои паруса сникли. В чем дело? Да вот, предатель пытаюсь найти. Хотела спросить. Расскажи, что произошло в ночь нападения. Я работал на верфи. Потом вдруг оказалось, что город заполыхал изнутри. Затем Сома увела нас. Я нашла странное письмо, в котором саксам запрещают нападать на желтый дракар.
Я никогда не красил дракары в желтый цвет полностью. Это слишком дорого. И письма я не видел. Ты был разочарован, когда Гутрам сделал ярлом Грэнта Бриджа Сому, а не тебя? Блюсти честь непросто, иначе негодяи перевелись бы. Да, я хотел бы стать ярлом, но прежде всего я человек чести. Желтую краску украли перед нападением? Да. Изготовить ее непросто, а достать тем более. Узнав о пропаже, я пришел в ярость. Ты сказал, что приказы Сомы тебе не по нраву. Да, но я следую им. Это мой долг перед кланом и Ярлсконой. Честь определяют поступки, а не желания. Лив, кто-то показал Саксам потайной ход в длинный дом. Где ты был, когда они напали? Что ты делал? Когда начался бой, я был в мастерской, украшал парус для наших союзников из Гримсби. Без желтой краски. Когда Сома приказала отступать, город уже наводнили саксы. Я был далеко от тайного хода. Очень далеко. Могу я еще чем-нибудь помочь? Ну-ка, расскажи что-нибудь еще. Мне пора идти. Так, у него мы особо ничего не узнали. Где наш третий-то? Так, кто в этом доме у нас живет? Вот она, Бирна. Вещи Бирны. Она собиралась в долгий путь. Давай поговорим, ты чё ты? Оу, да ты сама не своя, солнечный луч. Что тебя гнетет, дружище? Я размышляла кое о чем. Что произошло в ночь нападения? Все было спокойно. Прекрасная туманная ночь. И вдруг повсюду саксы. А Сома ревет, как медведица. Она велела отступать. И мы побежали к дракарам, чтобы уплыть в болото. Это была засада. Я нашла письмо, запрещающее саксам нападать на желтый дракар. Среди наших дракаров нет желтых, вроде бы. Я видела, ты собралась в дорогу. Ты хотела уйти отсюда? Предай я город, меня бы здесь уже не было, верно? Но я осталась. Лучше быть подле Сомы с разбитым сердцем, чем уехать и тосковать по ней. У тебя темное прошлое. Иные говорят, тебе нельзя доверять. А вода мокрая, надо же. Я держу нос по ветру и всегда ловлю удачу. Сома не против. Она знает, кто я и кем была. Но верит мне. Кому лучше знать, что серьезно, а что нет, чем ей? Должно быть больно молча служить той, кого любишь так сильно и безответно. Иногда очень больно. Тогда я прижимаю к груди ладонь, чтобы сердце не разорвалось. Кто-то из города показал саксам потайной ход в длинный дом. Где ты была, когда начался бой? Бражничала с воинами в длинном доме. Потом сражалась с саксами. Я не могла показать саксам тайный ход. И днем, и ночью я была на виду. Ну-ка, еще разочек. А, это ты, солнечный луч? Да я не уходил вроде. Я размышляла кое о чем. Мне пора идти. Нечего больше спрашивать. Так. Я поговорил со всеми тремя, никто не хочет признаваться.
Да. Местные жители спрашивают только. Что скажешь мне? Послушай, может, ты заметила что-нибудь перед нападением? Нет, мы весь вечер пили из бирны ее людьми в длинном доме. Она как бездонная бочка. С кем еще можешь поговорить-то? Прошу, осмотрись. Пора. Не, не, я вас не хотел. Я хотел дома поговорить. А лавка мне не нужна. Ну, что ты мне еще разочек скажешь? Скажи мне что-нибудь. Не хочешь? Ну ладно. Сюда! Игра в кости никому не повредит. Блин, с кем же поговорить-то? Я прям в тупике. В тот дом попасть сложно очень. В него не могу попасть, в этот дом. Закрыт там. Так. Ты, Дан, подойди. Чего ты хочешь? Похоже, ты хороший боец. Но решишься ли ты на битву, какой еще не видела? О чем ты говоришь? Об ужасной, чудовищной, бестелесной силе, которую боятся все в этих краях. О Фергале Безликом. Ужаснейшим из мастеров лютинга в Грантабредшире. Ариф Мач. И это все? Те, кто сомневался в Фергале, умолкли навек. Ты бросишь ему вызов? Я встречусь с Безликим. Боже. Ты храбрее прочих. Или, может, глупее? Идем, я дам тебе ключ. Вот ключ от логова Фергала, что ты видишь перед собой. Это дом. Нет, это логово кошмара. Обитель смерти, откуда мало кто уходит невредим. Смерти? От простых слов? Ну, иди, да хранит тебя Бог. Ну, хорошо. Никого тут нету. Очень странный дом. Ну ладно, сядем. Новая жертва. Кто осмелился бросить вызов мощи Фергала Безликого? Эйвор из клана Ворона. Эйвор из клана Ворона. Мой обед. Очень скоро мои речи выпустят тебе кишки. Думаю, я переживу. Я сам Фергал Безликий, я умен и силен. А ты нет. Уродство твое хуже лишь твоей трусости. Лица моего ты, наверное, страшишься, если уж на то пошло. Прости, ты уже начал? Да, конечно. Я сказал, что лица моего ты страшишься. Так, один таких. Несчастный, ты сам над собой глумишься. Ха! Думаешь, в рифмах вся соль, правда? Ну, если в этом соль, тогда изволь. Я очень смел, я в стихах умел. И без долгих дел докажу тебе, как я преуспел. Твой язык грубоват, а ум туповат. И я буду рад,
дать тебе под зад. Твои рифмы скверны, как помои, Фушат. О, это была ошибка. Готовься, я раздавлю тебя. Я острословие, мастер. Я стихами рожу. Я хитрее крыс. Я умен, как лис. Я, как ястреб, падаю вниз. Я свой дар докажу. Наповал поражу. И стихами тебя... поражу. Если ты поразишь меня словом, я охотно о том расскажу. Ты... Нет, я... Погоди минутку. Я... Мне надо подумать. Подожди. Ты Фергал безликий или безязыкий? Нет, жди. Я нанесу тебе страшный удар. Страшный. Фергал? Ты где? Бежал. Сокурка. Бежал. Фергал безликий. Понятно. Так. Куда нам все-таки идти? Задание. И вы кто именно? Найдите весь, убейте их. Повысить уровень населения до 3. Краткий свой не. Ёль, празднование. 39-е влияние. Да нет, мне вот это нужно задание. Карта почему-то вот отображает не все метки. Вот это вот, конечно, очень плохо. Я разбросить. Тут нет ничего такого. Аномалии, мировое событие, Каирн, слиток, запасы, набег, сокровища Британии, дочь Лериона, фрагмент саги о Риге, священные камни, забытый дренг, флютинг. Понятно, это, в общем, маска — это флютинг. Харизм повышает. Так, способность, точка обзора, цель из ордена древних. Цель задания — неотслеживаемое задание, белое, то есть карта союзов, Эйвор, гавань, снаряжение, алтарь, легендарная дверь, мухомор. Понятно. Есть там еще, о, тут сколько всего. Услуги. Ну, в общем, ясно, что не ясно, куда же нам идти. Где же нам предателя найти-то? Так. Я уже со всеми же поговорил, да? Ну-ка, а что она мне скажет? Залезла-то. Слезь. Так, пошли сходим, может, у меня спросим что-нибудь там. Кто это у нас тут? А что ты со мной не хочешь разговаривать? Я только что хотел с тобой поговорить, а ты уже не хочешь со мной разговаривать. Ну, ладно.
Нашла ли ты в Грентон-Бридшире достаточно подсказок? Готова ли назвать имя? Да не знаю даже. Нет, не то, я тебе рассказывал. Бирна выпивала в длинном доме, когда на город напали. Есть свидетели. Не похоже, что она ожидала нападения. Накануне нападения Бирна собралась в дорогу. Думаешь, она хотела уйти? Она была готова к тому, чтобы уйти. Лейф рассказал, что в ночь нападения он работал на верфи. Верфь у всех на виду и далеко от спусков по тайной ход. Маловероятно, что Саксов в город привел Лив. Угу. Неизвестно, где был тогда Гален. Никто не видел его в ночь нападения. Он странный человек, но уже не ребенок. За ним не нужен постоянный присмотр. Гален. Мне нужно подумать. Да, может, Галин. Все-таки вот я думаю, может, ищи Галин. Ищи подсказки во всем шире. И говори, с кем пожелаешь. Боже, мне нужен соперник! Так, там что-то есть. Так, а где у нас Галин? Почему я не могу его на карте вот обозначить? Блин, это плохо. Вот ходи и ищи так. Ну, кто из них Галин, а кто не Галин? Кто он вот здесь живет? Снова ты. Ты подозреваешься, вот ты меня. Я тут подумала. Я нашла письмо с Саксом от Вигмунда. Он запретил им нападать на желтый дракар. Странно. Только у Лива есть то, что нужно для покраски наших дракаров. Откуда ты знаешь? Стоит спросить у него. В ночь нападения не было ничего странного? Было. Саксы появились в сердце Грэнта Бриджа точно по волшебству. Странно, как крылья угря. Я дрался всю ночь и весь день, пока не изнемог. Ты знаешь, что было дальше? Меня чуть не съели волки. Ну ты, по-моему, далеко что-то был. Как ты мог видеть их? Мне пора идти. Кто бы подтвердил Галина вот? То, что видел. Ну-ка, ты что нам расскажешь? Скажи, не видела ли ты чего странного в ночь нападения? Я видела в темноте, как кто-то бежал от города к берегу, как раз перед нападением. Но не видела кто. От города к берегу кто-то бежал. Интересно, кто же это? Так, вот ты там что скажешь? Не было ли чего странного перед нападением на Грентабридж? Город миновали два сакса, когда я стоял на страже. Один ехал в Мильдебурнский монастырь, а другой в лагерь в Удбике. Наверное, вестовые. Но раз они ехали не к нам, я тогда и не встревожился. Ясно. Фу.
Добро пожаловать. Нет. Еще увидимся. Я думаю, ты что расскажешь мне? Ничего мне не расскажете. Что здесь? Могу я туда вниз? Ой. Тут что, вход какой-то? Ага. И как здесь? Ну-ка, лук. Там что надо было этого застрелить? Веревку застрелить нужно было. Понятно. Слезьте. Добыча. Так. Сдвинуть. Куда ж там, кто ж там к берегу бежал там? Сюда сходить, посмотреть. Так, ну на болото, в принципе, можно сходить на болото. Не с кем поговорить. Топли тут разбились. Кто это там ходит наверху? Пичок, я даже не знаю, что это может быть за расследование. Кого же обвинить-то, блин? Давай, плыви быстрее. Сундука. Ничего себе, а где ключ взять? Кто тут у нас лежит? Вот и ключик. Письмо торговца. Сундучок.
Маска какая-то. Руда. И все. Так, что ж у нас там на болотах? Давай сюда нам тогда. А быстренько переместимся, чтобы не плыть через речку. То через речку долго плывет. Без корабля, без лодки. Так, не-не-не, я не хотел плыть. Я хотел. Так, стрел. Что ж я должен на болото-то найти? На болотах я ничего не нахожу. Доказательства на болотах. И чё ж я тут на болотах должен найти? Так, трупики лежат тут. Нету. Домик, он как вот сходить туда в домик. Тут никого нету. Еще один. В нос прям тебе. Ничего нету. Да, интересно, интересно. Где же мне искать на болотах-то? Искать, а тут ничего и нету. Где у нас там какие точки-то? Заброшенная деревня на болоте. Лагерь в низинах. Вот сюда сходить. Смотри, что там. Больше я ничего не вижу. Моста нигде нету. Ух ты, вот это дерево. Стража тут бдительная.
Какая стража здесь? По-моему, всех унес же. Кто там? Есть кто еще? Я никого больше не вижу. Стража, стража. Чего тут нету? Чувака сожгли. А мне он туда тут надо. Опять грибы, мухоморы. Опять мухоморы. Интересно. Да, не говори, мухоморы еще те знатные. Как понять, какой? Что на них есть? Какой заходить? Есть 5 штук, да? Как бы это один, это вот 2, вот 3. Непонятно. Какие подсказки-то? Есть какие-нибудь подсказки-то? Не пойму, и как же здесь пройти мухоморы эти? Допустим, вот этот синий, а рядышком, наверное, вот этот, потом какой-нибудь вот этот. Вот этот. Нет, неправильно.
Дорог огонь тому, кто с дороги, чьи застыли колени. В еде и одежде нуждается странник в горных краях. О чем ты? Завершено. И как же? Я ее как же отгадал? Интересно. Что-то не верится, что я отгадал ее. Прям так взял и отгадал. Возвращаемся тогда с болот. Мы ничего тут не нашли. Интересного нету ничего и никого. Где он тут находится там? Да, наверное, этого сдать и все. Дрался он. Бежал он, конечно, наверное, скорее всего. Пойду к ней, сдам его. Никого нет. На всякий случай сохранюсь тут. Сохранить. Но сохранением. Нашла ли ты в Грентон-Бридшире достаточно подсказок? Ну, готова ли назвать имя? Да вроде как. Галин. Один из местных жителей видел, как прямо перед нападением кто-то бежал от города к реке. Он узнал этого человека? Нет, помешал туман. Но кем бы ни был тот неизвестный, он знал, что грядет беда. Угу. Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлива. Ты кто же предатель? Да Галин. Тебя предал Галин. Ты уверена? Нет. В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужна мне. Как ты думаешь поступить? Как должно Ярлу? Ну-ка. Окажусь я прав или нет? Мне даже интересно. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Не дала им договорить. А может, это не он был? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его.
Я словно оторвала себе руку. Вигмунд заслужил смерть. Но убив его, ты не вернешь свою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. У меня луженые глотки, я хочу петь. Надеюсь, я отгадал. Остров Или. На этом мы серию завершим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, колокольчик не забывайте. С вами был Игорь. Всем пока.